Хрена себе, блядь. Приласкай Горацио. Оп. Видосик подъехал. Эй, привет, мой дорогой друг. Время позалипать ютубчик, тем более, что у нас подъехал Far Cry New Dawn, и мы продолжаем его проходить, и в прошлой серии мы завоевали спиртзавод. И... причем два раза. Сейчас я его предлагаю разграбить второй раз. И отправиться в целом дальше. Разграбить. Давай разграбим. Быстро разграбить, чтобы получить. Конечно. 100 этанольчика. И отправимся дальше завоевывать окрестности, так сказать. Как-то мало, не знаю, движений в этой части, я не знаю. Квестов каких-то, ну очень мало, на самом деле. Все, аванпост мы разграбили. Можно отправляться дальше. Дальше у нас вот здесь есть. Не знаю, что там за движуха. Теперь его охраняют их самые жестокие головорезы. Там много этанола, но будь осторожней, прошу. Да, пока нам еще рано. Я хочу все-таки прокачать сейчас... Подожди, а тут кто-то был? Блин, высуни башку свою. Блять, ай. Слушай, ну конечно мощная винтовка. Но почему она тоже не сбивает? Она второго уровня. Почему она тоже с первого выстрела не убивает в лицо? Почему сначала каску сбивает? Это, конечно, полная херь. Так быть не должно. Что это за маски, блядь, такие? Которые их, блядь, защищают от выстрелов. Я с этим не согласен. Медь всякий, детонатор, медь, детонатор. Слушай, а тут еще где-то две пружины. Как бы должно где-то быть... пружины. Возможно, и где-то здесь пружины. Ну, на доме точно нету. Уже это разные комнаты? Нет, это одна и та же комната. И две, еще две пружины. Да, две. А как я мне их... А как... Подожди, стой. А я тут могу где-то залезть? Потому что тут закрыто. Боже, ну я же не дебил. Не может быть такого, что это они вот лежат, а я их не вижу. Но это не разбивается явно. Здесь и прохода даже нет. Что это за прикол? О! А как мне... Принять еще хер попадешь, блин. В руку. Нет, в руку не засчитывается. Да. Изи.
Еще навыков немного. Все, и это нольчика. Можно теперь немного и с пулеметом побегать. Ну, я фиг его знает, где... Подожди, а где моя бабка, блядь? Блядь, опять эту бабку убили. Окей, давай просто слышу, так, короче. Слышу, уже иду. Бля, опять этот элитный нахрен нам нужен. Меня позвали? Так, давай дальше, мы куда двигаемся? Я фиг его знает, как открыть это. Давай, наверное, сюда мы и отправимся. А это что у нас? А, тайник. Короче, я хочу до сюда, наверное, добраться. Да? Да, это самая ближайшая точка. Давай. Я пришла. Погнали, пришла. Молодец. На Бизона только не выеживайся. Вижу путь мишей. Это моя школа. Вопрос. Я случайно своего чувака там, ну не своего, я Бирдова завалил. Я просто целился, блин, да. Я целился в одного, блядь, убил другого. Что здесь? Бизоны. А, и здесь тоже элитный бизон. Мутант бизон. Так, а что здесь местность? Я не могу типа тэпаться, что ли, к этой местности? Чё, блять, алё. Нет, мне надо 3 собрать, я 2 вижу. Эй, бро, купи что-нибудь. Я не знаю, что у тебя можно купить. Ну, давай по боезапас пополним. Эй, доволен? Честно говоря, не очень. Не очень? Недоволен? Да ты охренел. Слушай, а чё их так начали сильно прятать? Почему я... Это только второй. Да. Это мы открыли. Можно двигаться дальше. Дальше, в принципе, здесь тоже какая-то движуха, но что-то у меня тут она сюда не показана, поэтому я просто поближе к ней в целом как бы тэпнусь. А мне палит, блядь. На там этот пловец, блядь, как... Поем быстро. Он что, блядь, убился? Кто в меня целился? Так, у меня что же есть снайперка? Слушай, она завалила этого. Надо спуститься вниз. И забрать вещи, которые он там надыбал.
Блять. А! Грева. Эй, у меня тут проблемы. Я слишком молода, чтобы умирать. Блять, у нас тут разборка питерская, блять. Так, а нахрен ты вообще на него полезла, блять? Мы шли спокойно. Блять, я этого так и не нашел. Чувака, которого мы завалили. Меня так просто не возьмешь. А где он? Там от него должен быть рюкзак. Блин, там происходит. Ну все, я просрал рюкзак. Да, хер с ним, да? Я думаю, что да. Я покончу с этим. Серьезно? Она просто вот так вот. Я не да. хочу умирать, прошу. Бабуля, ну ты малорик. Ты. Свои. Скажи, какая скорбь? Это что? А, это мы еще просто туда не дошли, а уже. Ищи ингредиенты, мне говорят. Мы еще даже не дошли до туда. Еще один бизон. Бля, показалось, что это дым, а это, блядь, просто желтое дерево. А, ну и где последний этот? Ингредиент. Бля, как я ненавижу эти... Конечно, это... Сделали прикольно, блять. Ну так для телепортов вот эту херь искать, блять, ну это же просто самоубийство. Так, поближе. Слушай, тут уже, в принципе, на пути у нас ничего и нету. Ну давай отправимся сразу тогда туда. 600 метров. Может быть, у нас есть что-то, на чем мы можем уехать? Листики пожевать. Блять, а можно и листики пожевать. Пускай чертяги там гоняют. Ничего не имею против эдемцев, но этот... Здесь эти недоноски! Осторожно! Хрена, собака в броне. Это кто, блядь? Я вроде таких даже и не видел. Вопите, блядь. Вопите, не вопите. Да. Но они там третьего уровня. Мы не будем сейчас на них выеживаться.
блядь, стой! Это гризли. Ой, мне выполнено гризли. Не говори, что по нам там эти стреляли. Загрызли, одно очко всего дали, да ну серьезно. Это не серьезно, блядь. Не похоже, блядь. В каком она месте вообще должна быть? Неплохо, вот что значит молодые глаза. Слушай, я дошел. Предвижу проблемы. Давай. Умрет. Все, бабуля. Тоже, в принципе, отработала свое. Бабуля, ты б сильно так не палилась? Стой. Хрена себе, за поддержкой, бля. А я думал, что это последний, поэтому я как бы пулеметы достал. Думал, бля, сейчас поразвлекаемся. Но не тут-то было. Почему священная лесопилка? Ты можешь мне об этом сказать? С процветанием все будет в порядке, не волнуйся. Да я вот уже не уверен в вас. Так, навыки. Можно прокачать что-то. Что можем прокачать? Увеличит количество доступного оружия, ближнего боя. Такое себе. Диверсант. Использую Е, чтобы взорвать транспорт через 10 секунд. Удерживайте Ctrl, чтобы взорвать транспорт при столкновении с препятствием на высокой. Удерживай Ctrl, чтобы взрывать сигнализацию или... Слушай, прикольная тема. Давай я выучу. Не знаю, можно. Сколько максимум могу? Ну типа хоть сколько, да? Я ведьма! Меня нельзя убить! Я не знаю, тут есть смысл что-то бегать, лазить, искать. Так, а давай я посмотрю по испытаниям. Рогатка и РПГ. Рогатка и РПГ. Ну, рогатку мне точно изготовить нужно, а вот РПГ у меня, по-моему, было. Да. И рогатку давай. Блять, рогатка, блять. Посмотрим, что сделает рогатка. Да подожди ты со своими дэнсами, я тут еще это... разграбляю вообще-то. Оставайтесь неподалеку. Да, давай. Сейчас натворим делов. Ха-ха.
Так, ну теперь-то можно... Слушай, а можно и с рогаткой, в принципе, пойти. Рейдеры снова заняли лесопилку. Если тебя там заметят, они вызовут штурмовика. Да, этого бы мне не хотелось. Этого бы мне не хотелось, поэтому что мы делаем? Ну, поэтому тихонечко с вами прокрадываемся. Еще место получше. Они прямо в лицо смотрят. Нужна позиция получше. Блять, да ну нахуй. Еще и тупик. Береги, огонь! Ты, черт, у меня попали! Бабулька, прости. Ты, конечно, молодец, блядь. А что, я не могу переместиться? Да, могу. А, я рядом с аванпостом, мне надо свалить. Я потом тебя вытащу. У меня есть волшебные травки. Тащи сюда свою, во мне палят! Я вроде как свалил. Могу ли я теперь тэпнуться? Да. Давай, короче. Тэпнемся, поменяем, блять, бабулю. А, ну бабули сейчас и нету вообще в целом. Ее надо воскресить. Как-то не по-человечески. Так, состав отряда, давай ее воскресим. Что нужно? F. Вернуть в строй. Все. Так, и теперь я хочу Горацию до сюда вот добраться. Ну, недалеко в целом. РПГ, блядь. Ёбушки-воробушки. Ну, это жестко, я считаю. Ты издеваешься. Кайфово будет тебя убивать. Ну слушай, сразу двоих наказали. А эти почему-то второго. А еще один куда улетел? Я видел, вас трое было. Так, давай сразу перезаряд... А, ну все же. Сразу перезарядилось в целом. Так. Это... Наша или не наша стреляет?
20? Блядь, серьезно? Зато бесконечно. Посмотри. О, он третьего уровня. Это было последнее твои выстрелы. Прикройте! Пошел в атаку! Боже! Подожди! Башку проломлю! Блять! Больно! О, да ну нахрен! Опа, блядь, пацаны, а чё вас так много здесь? Блядь, да тут а? Стой, 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 стой. Пчелы. Ну, блять, а у меня нету. Зато из РПГ завалил. Слишком много как-то здесь. Да серьезно, по 20 урона. Как мне, блядь, их вообще с этой рогатки валить? Блядь, зато завалил. Прикинь, с рогатки, блядь. С рогатки, Карл, блядь. Да, тут еще немного все подгорело. Так, это мы сейчас осмотрим, да? Я сначала дом посмотрю, осмотрю. Ну что здесь можно забрать, собрать.
На первом этаже ничего нет. Кто стреляет, блин? Хрена себе, блядь. И ласкай Горация. Любовь к кабану. Блядь, теперь за меня будет кабан, нахуй. Кабан! Давай за кабана. О, слушай, он фиолетовый. Щитолом. Горация может выбить у врага из рук щит, если нападает с разбега. Раненая Горация поднимает на ноги без вашей помощи. В приступе ярости Горация разрушает все на своем пути. Ну, я надеюсь, им же не так прямо много нужно это... Где там Горация? 15 штук, охренеть. Так, все. Все, здесь мы все закончили. Можно отсюда... Кстати, я так, так-то я и недалеко, в принципе. В принципе. Блин, ну хотелось бы это... Наверное, я все-таки... А я могу вот сюда добраться? Тут поближе домов... Нет, вроде домов поближе нет. Я бы добрался до туда, что если что... Мне охота иметь телепорт поближе к этому заданию. А ну это мы собрали. Росомаха, блядь. Сам с Росомахой я вообще не хочу связываться. Все, три аптечки, блядь. То с аптечками вообще беда, печаль. Блядь, зачем? Жон где? Ну ладно. Я попытался. Где мои? Где моя рогатка, блядь? А чё? Ещё одного завалил с рогатки, блядь. Ну, это, конечно, бред. Это очень сложно. Они, конечно, придумали с рогатки валить. Блять, это серия, блять, про рогатку, блять. Блять, это мой, блять.
Бля, ты от рогатки умерла, чтоб тебе обиднее было. Чтоб ты знала, блядь. Я, блядь, завалил. Не того, блядь. А где? Где? Подожди, блядь. А, это типа туда, да? Проход. Бля, кто тут стреляется, блядь? Ну-ка, давай. Покажи, блядь. Тащи свою задницу на бойцовскую арену и покажи свою лучшую гарду. Давай, вали, блядь. Очень долго. Очень долго. Тут барибал. Слушай, это аванпост? Да? Аванпост, только он заброшенный, типа. А это арена, я понял. Блядь, скиты рот. Гораться, блядь, ты вообще не так встал, а я случайно по тебе стрельнул. Слушай, ну я сюда могу ТП собрать. В целом я могу сюда ТП даже собрать. В целом еще три нужно. Еще три. Еще две я вижу. Блин, там прям движ Париж. Еще один мне надо, и все, я могу отсюда свалить в целом. Где, блядь, искать последнюю барабульку, блядь? Что-то внизу где-то. О, ладно, хер с ним. Погнали дальше. А, слушай, вот это же тоже относится. Бля, я что, в прошлый раз не собрал ее? Все. У меня теперь есть сюда телепорт. Так, мне нужно понять, кто здесь стреляется, блядь. Блядь, ну с этим шутки плохи, конечно. Он, блядь... Если уж выпустить ракету,
давай, блядь. Бля, этот... Ну, это долго, конечно, происходит. Жесть. Так, пока я туда, я... Уже сюжетное задание... Не... Слушай, это какое-то другое сюжетное задание. Окей, давай, я хочу посмотреть, что это такое. Я просто думал, что это... Мы отправимся с к Эдемщикам. Блять, это что-то с ареной. Это будем драться на арене, наверное. В какой части это было, блять? В четвертой, по-моему, да? Там арена была. В целом там прикольная арена была, но... Смотрю, обиду таишь. Размером со штат Техас. Похоже, у нас с тобой одни близняшки на двоих, да? Не так давно они меня взяли к себе. Я типа их правая рука. Почти правая. У нас так, знаешь, я одалживаю им, они одалживают мне. Типа ты мне, я тебе. И теперь вот долг за мной, а я немножечко в финансовой заднице. И мне нужен вариант, чтобы раз и ноль проблем. Ну, вкратце так. На арене проходят бои, и мне нужен кто-то, кто там всех порвет. У тебя поставлен удар? Можешь долбануть так, чтобы искры из глаз? Измерим твою силу. Врежка по этой штуке. Я, когда попробовал, сломал ее нахрен. Посмотрим, что можешь ты. Твою мать! Вмазал так вмазал! Не хотел бы я от тебя в табло получить! Ладно, за дело. Ны-ка оружие! Ясен пень, мы не можем его взять с собой. И за мной. Ну же, это рядом. Ну погнали, бля. Ну да, это типа, короче, арена, как в четвертом Far Cry будет. Ну может, конечно, что-нибудь они там поменяли, добавили. Небольшая. 17 человек вырубил. Прикинь, 17! Пришлось завязать. Я слишком сильный. Так врезал последнему, что тот аж мозг выпердил. Серьезно? Нет, серьезно. Он свой мозг. Поэтому я и ушел. Подумал, типа, у меня дар, но я не могу им управлять. Может, ему, блядь, вмазать под затылку? Ну вот мы и на месте. Иди внутрь, там тебя подготовят. Только будь паинькой и не смотри никому в глаза. Закончишь, я открою тебе дверь. Встретимся у склада оружия. Ожидаем заду. В смысле, задаем жару. Поговорите с помощником Эдвина. Ты! Да, я за тобой. Я знаю, что тут к чему. Тебя прислал Ирвин, да? Идем за мной. О, я еще так медленно бегу. Ну, чтобы они узнали все, которые забивают зубы. Буду лупить в лицо каждый раз. Это любого собьет с толку. Силая плесень. Слушай, для начала нужно придумать тебе кличку, чтобы знать, против кого ставить. Точно конфетка. На лице написано, что конфетка. Решено, будет конфетка. Давай, иди, конфетка. А вот и последняя жертва. Куда войти, блядь? Надо бат учиться. Я типа не бегать, не прыгать не могу. Доберись до ямы.
этих хлопов. Ох, и не сладко тебе там придется. Аптечка. Будет настоящая бойня. Так. Ну что, я готов. Я готов, блядь. В нашем радиационном мире. Ну, не тупи. Поприветствуйте нашего нового гостя, Конфетку. Надеюсь, он протянет дольше, чем предыдущий. Слышь, вы в первом раунде. Как бедняжку впечатало-то! Поедим от милых! Ты истечешь кровь, боже! Есть будет через трубочку! Блять! Воу-воу, использую аптечку, братан. Блять, подожди. Подожди. Да, у меня восстановится немножечко хпшечки. Блять. Блять. Подожди, это, блядь, второй раунд только был. Блядь. Блядь, закончилось? Подожди, мне надо... Блядь. Стой, блядь! Гребаный ты, блядь, кабаняка, блядь! Так, давай, быстрее аптечку закидывай. Сегодня нас ждет барбекю! Бля, огнеметчик, серьезно? Давай. Смотрим
Это кто? Победите чемпиона. Блять, хуя себе. Слушай, а как мне его вообще победить, блядь? Наваляй его! Сейчас я тебя... А у меня закончилось? Где его дубинка? Я помогу тебе выбраться. Приходи. Встаньте на колени перед толпой. Показалось, как кто-то в дверь. А, во. Получен доступ к новым 11 испытаниям. Выберись из ямы. Слушай, ну это круто. Блин, вот еще бы наверх можно было бы заехать, блин. Чтоб не бежать к нему. Зато у меня крутая теперь дубинка есть, блядь. Это уже неплохо. Моя кабаняка, да, моя кабаняка, блядь. Тушенка, блядь. Пс, иди сюда. Думаешь, умный, да? Думаешь, ты крутой? Ну да, твою мать, таким ты и был. Круто бился. Я мог бы работать с таким мудаком, как ты. То есть мужиком. Мужиком. Мудаку, блядь. Мы таких дел наворотим. Великих дел. Великих. Пока даже не знаю, каких. Но придумаю. Можешь не сомневаться. Обязательно придумаю. Со временем. Мне нужно побыть одному и хорошенько все обмозговать. Так что давай, гуляй. Не могу думать, когда ты пыхтишь у меня над ухом. Буду на связи. Слушай, ну неплохо. А у меня вот это место теперь отображается? Ну, как бы и нет. Так, а я могу тут пополнить боезапас? Неплохо. Так, ребята, ну короче, тогда на этом серию будем заканчивать. Что мы сегодня Горацио получили в друзья? С бабулей попрощались на арене, посражались. В принципе, крутая серия получилась. На этом тогда будем заканчивать. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. С вами был Подбой Геймс, я же Виктор. И увидимся на следующих видео. Пока-пока.